Вот Венера, смотрите. Фазу видно, елки-палки. Ты посмотри, даже сквозь облака, ух ты. Неожиданно. Вообще с такой облачностью вышел без надежды что-то увидеть толково. И вот тебе, будьте любезны, четко видно, что половина Венеры освещена. Красотень. Что значит, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, у нас сегодня 28 марта 2020 год, Харьков. И у нас Венера присоседилась к Луне, к месяцу. Ну, видно, да, какие облака мощные. И тем не менее, на удивление, надо же. Как раз сейчас снимать какие-нибудь хорроры. Ну прям Венера просто радует, пробивается, несмотря ни на что, через облака. Эпс, убежала. Ну, ребята, 125 крат увеличение, это вам. Попробую его поймать. Не, понятно, что мутно, но это все равно лучше даже, чем то, что я с утра сегодня снимал по Юпитеру. Хотя вроде таких очевидных облаков не было. Только дымка была. Будем ловить. Да, все совсем плохо уже с облаками. Прямо зловещая луна натурально. Создается иллюзия, что это на Луне облака. Ну ладно, лучше, чем ничего. March 8, 2020, Харьков.
Да. Не получается уловить нашу красавицу. Ладно, подустал я уже рыбачить.